Для нас это большая честь, что в рамках большого гастрольного тура театр посещает и наш край. Для нас это уникальная возможность поближе познакомиться с традициями и культурой Чеченской Республики. Напомню, это стало возможным благодаря Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт» и проекту «Региональные гастроли» Министерства культуры Российской Федерации. Мы приехали к вам. Первые большие гастроли. И вы знаете, это действительно первые большие гастроли в истории нашего театра. После того, как мы возрождались из пепла. И театр сегодня работает, как и все нормальные театры, полноценно. И когда мне говорят, почему в Красноярск? Я говорю, как? Это же наша родина, Россия. Мы же за это боролись. Мы же за это погибали. Мы все ходим под Богом, мы все одинаковые. Мы все должны понимать, что мы все вернемся к Нему. Мы все братья, сестры. И об этом все наши спектакли. Рядом с моим чеченским домом улицу Спартака пересекает Харьковская улица. Вот так все перемено. Как наша жизнь. Как наша жизнь.